Здравствуйте! Вы не поверите, кого я встретил. С Поднебесной два студента учат. Как говорится, ютубер всегда должен держать при себе видеокамеру. Вчера я лоханулся, поехал, думал, зачем мне камера, что я сейчас буду снимать. Не снял, и вот студенты были, стояли, рисовали на Ворошилова. Где вы учитесь? Сурикова. Сурикова? Да. И вот вы на каком курсе? Смотрите, какую красоту они нас строили. Смотрите. Как вас зовут, кстати? Чан Сяо Дун. Чан Сай Дун. А вас? Пан. Пан. Вы говорите по-русски? Не очень. Хорошо. Как вы приехали в Россию? Почему? Россия. Красиво. Красиво. В Китае же тоже красиво. А из какого города? Циндао. Это где? Я знаю, Хэйхэй есть на севере. На юре. А почему вы не учитесь в Китае рисовать? Вот это, там же китайская тоже живопись есть. Россия живопись хорошая. Не поняла. Учиться сколько? Вы уже 3 года здесь, да. А еще сколько? Еще 4 года еще? Так уже 7 лет. Вот это да, представляете, из Китая, представляете, приехали сюда учиться рисовать. Ладно, хорошо. Вот такая вот встреча, в горячем ключе бывает. Студенты из Китая. Вы тоже из Китая? Да. А ваши картины где? Почему вы без картин? Да, здесь. Хорошо, замечательно, спасибо. В этот раз я тоже подумал, брать или не брать камеру, а вдруг, ну вот еду и вот они. Представляете, товарищи из Китая приехали в институт, что там, Академия Сурикова, учиться. Красота, молодцы, очень красиво нарисовали, молодцы, молодцы. Вот такие художники бродят по горячему ключу. Вы выбираете свои рисунки. Как вы выбираете, что рисовать? Да, я вижу. Ладно, плохо говорите по-русски, да? Да, я вижу. А сколько вас вообще сюда приехало? Я видел 4 уже ваших. Ладно, не понимаю. Вот такой вот. Художник, смотрите, похоже или нет? Вот старый замок рисует. Вообще, мне кажется, как-то необычно они выбирают ракурсы. А вчера я студента встретил на Ворошилова. Он рисовал будку рядом с Личепицей. А вот сейчас вот девушка рисует какой-то вот угол рядом со старым замком. Вот, совершенно необычный взгляд на мир и происходящее событие. Ну что ж, жители Поднебесной, наверное, так и должны делать. А вы не хотели бы научиться рисовать? Кстати говоря, я недавно встречал преподавателя, который учил мою дочь в Саратовской школе искусств, Сагань Андрей. И он утверждает, что для взрослых людей, по-моему, за небольшие деньги, за 700 или там, за 1000 рублей, в месяц открыта вечерняя школа в Саратовской. Если вы хотите научиться рисовать, то вполне можете туда отправлять не только своих детей, но и сами отправляться туда. Но я сегодня традиционно еду на коверзе нырять, пока тепло. Машины едут с сплошным потоком, как на море, так и с моря. Сегодня пятница. Да, точно, пятница. Ну, конечно, должен народ ехать на моря. Камера позволяет и самому, и вам знакомиться с разными людьми. Ныряю я на коверзе, это значит, что велосипед я прикрепляю рядом с часовней Николая Чудотворца. И часто видел там священнослужителя. Давно хотел у него взять интервью, но в этот раз произошла осечка. Подхожу ему, к нему говорю, может у вас
пораспрашивать, снять вас на камеру, он говорит. Он говорит удивительные вещи. Говорит, я монах, для того, чтобы общаться с мирскими, мне нужно взять разрешение у настоятеля. Я опешил. Ну и второй вопрос тоже оказался некорректным. Как пришел в монашество? Он говорит, мы такие вопросы не задаем. Любопытство, оно ни к чему. Пришли грехи замаливать. Грехи замаливать. Вот. И вопрос, можно ли избавиться от грехов в миру, или обязательно в монастырь идти. Можно и в миру. Можно и в миру. Вот такой вот короткий разговор. Глаза светлые, чистые, взгляд внимательный. Вот, вот. Не будь камера, наверное, никогда бы не подошел бы, хотя я его и не снял. Последние дни августа. Такое ощущение, что вода теплее, чем на улице. Комфортная вода, прозрачная. Здорово. Каждый день пробежки, велопробежки было по Верзе.